Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами я, Дынчик. Сегодня я буду снимать видео Майнкрафт на выживание. Это очень новая версия, версия 1.7.2. Классная версия. Вот, смотрите, мой домик, мой хом. Так, но сейчас не об этом. Сейчас я сделаю... Кстати, я прочитерил эту игру. Сейчас я сделаю качалку пауков вроде бы как. Так, давайте-ка вот так поставим. Так, ставим. Так. Вот у меня 64 спаунера, как вы поняли, это читерская игра. Она... я ее скачал сразу прочитеренной. Конечно, очень интересно играть с таким вот... Именно вот с таким читаком. Смотрите, вот спаунер. Я готов мачкаться. Мочиться, себе опыт набирать. Кстати, а зачем я так сделал, если я могу просто спокойненько... Ну-ка, а если алмазной кирочкой его сломать, он, конечно, у вас не возобновится. И нам придется сделать кое-что другое. Ждем, пока возобновятся пауки. Паучки. А, кстати, нужно поставить... сложность легкую. Так, на всякий случай. Первый ЛВЛ у меня почему-то уже. А, ну потому что я сломал это все. Да, долго, конечно, спавнится паучочек. Паучочек долго спавнится. Когда ты заспавнишься, псих? Задрал. Давай спавнись. О, вот он, первый паучочек был у нас, конечно же. Вот мне прибавилось, но это ни к чему было. Так, я сейчас буду искать пузырек опыта. А, вот давайте вот нажмем сюда. Нет. Пузырек опыта. Вот так. Написали, конечно. Блин. Пузырек опыта, давайте вот себе вот наберем столько много вот пузырьков. Ну-ка, а если один пузырек кинуть просто? Так, все понятно. И теперь вот можно зачарить какую-нибудь вещицу. Это делается вот таким вот образом. Я вот иногда вот так делаю. На что тут, на отдачу один. А иногда я делаю вот так. Где у нас тут есть? А, мне нужна теперь наковальня и книжка. Книжка и наковальня, чтобы зачарить вещицу. Так, посолох. Нет, он нам не нужен. Так, а я не понял. Мне как бы... нужно. Вообще у вас есть это все или нет? Так, походу нет. Так, давайте-ка наберем тогда. Вот она, наковальню возьмем. И книга. Давайте возьмем это и это. Это. Так.
Так. Так, наковальня здесь. Так. Извините, дорогие друзья, прервался. Так. Вот, как-то я что-то не помню уже, как чарить. На чё чарить? Как чарить? Вот, попробую вот это вот. На отдачу. Почему-то только на первый только левел на отдачу. А я хочу на второй левел. Правда, я не помню, как это делать. На отдачу один, на остроту один. Нет. Я этого не хочу делать. Так, давайте вот так. Отдача. Чтобы зачарить какую-нибудь любую вещь. А, вот. Вам нужно сначала меч зачаровать на отдачу, чтобы у вас стала отдача 2. Вот. Вот, вспомнил, все. И вы знаете, сейчас будет как легко гасить, гасить, гасить и гасить. Это, конечно, да. Теперь я хочу где-нибудь добыть спаунер. Спаунер какой-нибудь добыть я бы хотела. Так, для этого нам нужно прокопать вниз. Очень много блоков копаем. Опа-на. Опа-цы. Так вот, как вы видите, мы прокопали тут. Все окей с нами. Так, теперь нам нужно вниз, вниз, вниз копать. Вниз, вниз. Опа-на, еще какая-то пещерочка такая. Так, и она, кстати, заполнена водой. Это очень-очень плохо. Очень-очень плохо. Но мы сейчас скажем... Так, и вниз копать. Копать. Так. Так, так, так. Кто-то тут есть. Значит. Копаем, копаем. И нам ничего не видно. Чего мы копаем? Что мы копаем вообще? Да, конечно, тут что-то высоту не показывают, но на какой высоте я нахожусь, не знаю сейчас. Это что? Это что? О, это обсидиан, походу. Или коренная порода. Ну вот что это? Ну что это? Что это? Что это? Да ну вас нахрен. Тьфу ты, блин. Это коренные породы, походу. Их очень трудно сломать, конечно. Все, не пойдет больше наша. Это тупая лава. Задрала, конечно, на меня. Опа, она опять коренная порода. Так. Так, давайте-ка вот сюда пойдем уже. Обойдем эту херню. Опа, цы. Вот мы пуцки, конечно, и добыли с вами. Кое-что. Вот оно. Вот оно наше богатство, вот оно наше счастье. Где ты, счастье? А, вот оно, вот наше счастье. Но очень много этого не бывает. Так что мы будем добывать. Мне, если честно, алмазы нужны. А алмазы, знаете, очень-очень-очень-очень трудно добыть. Тут золото и остальное все добываемое. Так, давайте вот поставим вот так булыжник, чтобы никто не огорчался. Никто не огорчался. Так, давайте. Я хочу спаунер какой-нибудь заполучить бы. Так, качаемся. Ну что же это такое? Через каждые 3 секунды коренная порода. Так.
всякий случай. Ну ладно, ладно. Так, интересно, у меня home есть? Home is it. Нельзя тут дома создавать. Ну ладно, дорогие друзья, я с вами прощаюсь. Вот. Это видео я снимал не просто так. Запомните, не просто так. Просто хотел с вами угорать, с вами опять встретиться. С вами все сделать, показать, рассказать. Вдруг вы этого никогда не видели. Так, помахаемся славой, может. Ну ты лава даешь. Давай, 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 чё ты? У меня зелье огнестойкости сейчас. Наверное. Нет. Нет у нас зелье огнестойкости. Где у нас зелье огнестойкости? Зелье огнестойкости, зелье огнестойкости. Ну сейчас вот на прощание с вами мухаюсь в лаве. И что ты мне сделаешь? А что ты мне сделаешь, ты маленький чипзик? Ну, извините за посыл, конечно. Вау, я утонул в лаве. Вау, вау, да тут классно, потрясно просто. А, я знаю, почему он мне так показывает. Потому что я в лаве утонул. Я тону в лаве. Как-то странно это все сказано. Так. Как это убрать? Затрали уже. Поводочек. Поводочек это очень хорошо. Хорошо. Железная конская броня. Никуда он нам не берется. Ну ладно, до свидания, дорогие друзья. С вами я был Денчик. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Пишите в комментариях. Всем пока!